Выбрать данную профессию меня, наверное, подвигла моя мама, потому что она здесь тоже работает, в этой школе. Видя каждое утро, как она собирается, как ее в школе встречают ребята, как после ее урока ребята выходят со счастливыми глазами, мне было интересно. Я приходила домой и заново повторяла все движения своей мамы. И, окончив школу, когда я выбирала свою профессию, я сразу сказала, что я пойду работать учителем. Когда закончила педколледж, она говорила, пойду на математику. У них было углубленное изучение математики. Я говорю, выбери хоть биологию или химию, или какой-то легкий предмет. Она говорит, нет, я выбрала математику, пойду на математику. Когда дети смотрят на тебя счастливыми глазами, и когда они все время что-то спрашивают, что-то новое, они тоже хотят узнать. Вот когда мы что-то, какой-то предмет, какую-то тему преподаем, даем им, там что-то интересное появляется, они сразу спрашивают, а это где произошло, а это что такое? И получается, ты тоже ищешь что-то интересное, чтобы детей заинтересовать, чтобы это им нравилось.